Yeah, I'm in Kramatorsk just now. Well, just coming out of Kramatorsk, just in the road. No, I've come out of Bean, I'm just coming out of Kramatorsk now. А как вы считаете Барак Обама, президент США? Упаси Боже! Убийца! Обама убийца! Это из-за Обамы все, он заварил, он финансирует правый сектор, финансирует наше правительство. Они, политики, разрывают Украину. Не люди делятся, а политики разорвали на Восток и Запад. Это делается искусственно, для того, чтобы не соединилась Украина с Евросоюзом и с Россией. И Обама финансирует это все. Он убийца, он своими руками нашего правительства, правительство, которое захватило власть насильно, он убивает мирных людей. Вы видите вокруг простые люди. На них сегодня, час назад, наехали БТРы, танки. Стреляли по людям сегодня, час назад. Понимаете, здесь у нас в Краматорске. Это правительство, которое хочет собрать Украину в кучу. Нет, это убийцы. Это убийцы, которые хуже фашистов, понимаете? Русских нет, что кричат, что это Россия. Я могу вам показать паспорт, вот мой паспорт, я местный житель, вот. Я украинец, пенсионер, вот украинский паспорт, пожалуйста, вот. Я украинец, я никакой не русский, я местный житель, я здесь родился, я здесь заработал пенсию. Я хочу, чтобы моя земля, мой город процветал, чтобы не топтали американские сапоги, чтобы не расстреливали людей ни с танком, ни с вертолетом. Это фашизм пришел к власти, который убивает людей, мирных людей. Глянь, вон бежит, скотина, что вы бежите? Это наши, да? Блядь, гранатометами, ну их нахрен, гля. Это, наверное, СБУ наши. Наши с СБУ бегут. Ополченцы, да. Гонят их. Давайте, мы с вами. Фу. Гоните их нахер, блин. Ой, ля-ля-ля, люди тоже, он это самое. Ой, с гранатометами с этими подбежали, пипец. Ничего, мама, мы выстоим. А ну, открывай. С двух сторон там уже наши блокпосты заняты в армии. Оттуда. Причем вчера правый сектор начали переодеваться после боя, начали переодеваться в гражданскую одежду и заходить, просачиваться потихоньку в город. Вот и все. Вот проверяем. Паспорта, документы, прописку. Те, которые ходили, родственники, они там стояли, они просто валили деревья тупо, все что угодно было. Оставили им оружие. Уже здесь ни хера не нормально. Нормальная бать. Машина мусоров проехала вообще, поебать. Что происходит, мудаки, блядь? Вот, созданы все новые баррикады. Там проезда нет. Сегодня ночью здесь был бой. Чуть позже мы узнаем, сколько здесь погибших, убитых, и не только. Ребят, теперь мы сейчас пойдем дальше, я вам покажу.
взорванные бензовозы. Как вы видите, ребята пытаются хоть как-то сделать новые баррикады. Ребят, всех максимально прошу, подвезите в Краматорск медикаменты. Сейчас мы с вами пойдем к взорванным бензовозам. Ребят, сейчас поедем в больницу, пообщаемся с ранеными, пообщаемся с теми, кто был сегодня на этом блокпосту. Узнаем, сколько человек погибло. Мы идем с вами к взорванным бензовозам. Находимся в Краматорске, кто не знает. Сегодня здесь был бой. Это выезд из Краматорска. Вот. Украинская армия вместе с Нацгвардией напали на этот блокпост. Убито очень много людей. Вот мы подходим к бензовозам, которые были взорваны. Верно, это выезд из Краматорска. Посмотрите. Есть убитые. Сейчас мы пообщаемся немножко с людьми, которые сейчас здесь находятся. Те, которые были сегодня здесь ночью, когда был бой, их здесь сейчас нет.